Всем привет, с вами Полтим, и в этом видео мы поговорим о приложении, которое не даст вам скучать. Это программа GetMeet. На главном экране вы найдете события. Это те мероприятия, которые на данный момент проходят в вашем городе. Сверху также имеется фильтр. Вы можете выбрать один из городов, и я уверен, с обновлениями разработчики добавят все больше и больше новых городов. Также вы можете выбрать дату, выбрать категорию события, если вы не хотите идти, например, знакомиться или на спортивные мероприятия. И нажав на кнопку «Готово», приложение отсеет для вас только то, что вы ищете. Выбрав какое-то событие, вы можете по нему тапнуть и перейдете в более подробную информацию. Здесь вы сможете принять участие, а именно попереписываться с участниками, просмотреть подробную информацию, увидеть детали этого события, а именно даты, сайты, контактные телефоны, адреса и так далее. Кстати, сделать свое событие очень просто. Для этого внизу нажимаете на плюсик, указываете категорию вашего события, например, у меня это пускай будет знакомство, пишите какую-то инфу, указываете место, выбираете параметры, ну и соответственно ваше событие добавляется в программу. Если вы впервые посещаете город, то имеется вкладка «Места», где вы найдете те места, которые определенно стоит посетить. И опять же, тапнув на то место, которое вам интересно, вы сможете посмотреть подробную информацию о нем. Также имеется карта, на которой вы более наглядно увидите все события и интересные места. В приложении имеется чат для общения с людьми, либо с группами людей, которые, например, идут на какое-то мероприятие. Получается, приложение GetMeet — это большая социальная сеть. Здесь вы найдете интересных людей для совместных походов на концерты, вечеринки, спектакли, для занятия спортом, ну либо просто для свиданий. Ссылку на приложение я оставлю в описании к этому видео, оно полностью бесплатное и встроенных покупок в нем нет. Если вы хотите постоянно где-то гулять, видеть что-то новое, то определенно скачайте GetMeet. На этом все, ребят, с вами было Полтим. Если видео было вам полезным, то оцените его пальцем вверх, подпишитесь на канал, ну и не забывайте о яблочках. Пока!